Нет, играется немножко по-другому. То есть вы встаете в позицию, да, видите, что короткий мяч. Что мы делаем? Мы шагом сразу же опускаем корпус вниз, то есть чтобы оказаться на высоте мяча. Пытаетесь какую-то туда силу включить. Не надо. Вот смотрите, вот как у нас работает сустав, да? То есть плечевой сустав у нас работает либо вот так, либо вот так, да, ну либо в сторону. Выходите. Вот. А почему локоть выдвигается? Зачем вообще, может, когда, типа, можно так сыграть? Локоть создает как раз-таки нам пространство для удара. То есть мы локоть выдвинули вперед для того, чтобы у нас появилось место для рычага, чтобы нам был поворот. И мы, когда выходим, мы должны рычажочек запустить, а потом раскрыться. Раз. Приветствую вас, дорогие зрители. В этом выпуске мы с Геннадием настраиваем скидку слева. У Геннадия в игре очень много ошибок слева в игре по коротким мячам. Выход на мяч с высокой стойки, наклон во время самого удара, вывернутая кисть, игра только кистью и неправильные тайминги. Все это мы будем исправлять в данном видео, поэтому если узнаете свои ошибки, можете смело использовать упражнение из видео. Если у вас ошибки другого характера, то пишите в комментариях и будем вместе думать, как их исправить. Всем приятного просмотра! А с вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы получите много полезной информации, которая значительно улучшит вашу игру. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал. Так, подаю короткую подачу, плоскую, вы выполняете скидку слева. Готово? Поехали. Вы сейчас, получается, на скидку выходите вот так вот. То есть мяч отскочил, раз, и вы вот так вот, оп, наклоняетесь и играете. Нет, играется немножко по-другому. То есть вы встаете в позицию, да, видите, что короткий мяч. Что мы делаем? Мы шагом сразу же опускаем корпус вниз, то есть чтобы оказаться на высоте мяча. Второе, кисть вот так выворачивать не надо. Надо вначале научиться четко попадать в мяч. То есть сила в удар дается не за счет того, что вы вот так вот вывернули, а за счет того, что пошла работа предплечья вперед. Вот, вот сюда идет направление удар. То есть раз, раз, то есть вот. Это по плоскому, по нижнему чуть-чуть сбоку играем. То есть наша задача сейчас, мы наклоняемся, встаем, ставим локоть. То есть когда мяч к нам сюда подскакивает, мы уже должны стоять вот так вот. Мяч начинает взлетать, мы его начинаем обрабатывать. И не вот так. То есть вы когда делали удар, вы смотрите, как делали. Вот так. То есть пытаетесь одной кистью сыграть за счет запястья. Нет, мячик надо, кисть крутит, а предплечье его толкает вперед. Вот сейчас будем пробовать. Так, готовы? Все, я подаю плоскую подачу, выходите, наклон. Давайте смотрите, начнем с какого упражнения. Начнем с этого упражнения. То есть вы сейчас просто встаете, наклоняетесь сразу, и отсюда я бросаю мячи, и вы выполняете скидку. Да, сразу встаете, да, и старайтесь поймать, да, вот этот момент. Раз, спокойнее и полегче. Еще легче. Не-не-не-не. Вы сейчас прям деревянной рукой делаете. То есть прям стреляете. Нет, надо научиться вначале работать с мячом. Мяч плоский, и чем жестче у вас кисть, тем быстрее он у вас впадет. То есть он должен в ракеточку немножко зайти. То есть мы мягонькой ручкой вот раз заходим. Раз. Видите, он легко у меня выходит. То есть ваша задача сейчас встать, просто расслабиться и плавным движением его пронести туда. Готовы? Раз. Вот. И кисточкой чуть-чуть доработать в конце на мяче. Раз. Ну, как топ-спин практически одно и то же. Вот. И вперед. Не дергаться. Легче, легче расслабиться. Вот еще плавнее. Вот. Ну, сразу наклониться. Сейчас оно появится. Сейчас оно расслабится. Потому что кисть деревянная, от этого он не крутится. У меня же, вот, смотрите, подайте мне подачу. Вот с той стороны подайте. Смотрите, то есть, если вы мне подойдите, он у меня будет крутиться. То есть, вот раз, я вышел. Вышел, сыграл. Покороче и плоскую. Чуть-чуть туда я, левша. Вот раз. Это длинная. То есть, вот раз, два. То есть спокойно, кисть должна быть легкая, тогда получится обработка. Видите? А вы вот так вот заходите с жесткой кистью, он жесткой наоборот не закрутится как надо. Он вылетит быстрее. Сейчас мы с вами пойдем чуть-чуть от обратного. То есть так как кисть жесткая, надо научиться расслаблять кисть. Вот, мы сейчас просто встаем, бросаем себе мячик и легкой кисточкой
Просто перебрасываем мячик. Вот прям. Только смотрите, самое главное условие — не выворачивать ее вот так. То есть вот легкое, с короткого движения. Оп. Все, перед собой. Еще легче, еще расслабиться. Еще легче. Не надо так отворачивать. Вот, спокойненько встали. Вот смотрите, вы сейчас еще смотрите, как на удар встаете. То есть вы встаете вот так. Нет, а когда мы выходим на короткий мяч, у нас плечи впереди. То есть мы вот так вот не разворачиваемся на скидке. Вот, мы же когда отыграли, наша задача потом выйти в длинную игру. Если я вот так развернулся, то я потом справа уже не успею. То есть я отыграл, да, и мне надо полшаг назад сделать. Если я сыграл так, все, я уже в позиции. И легче. Вот, спокойненько. То есть поставили, наклонились. Вы сейчас смотрите, как это наклоняетесь. То есть вы вот так наклоняетесь. Раз, то есть зад назад и плечи вперед кладете. Нет. То есть вот мы в поясничке чуть-чуть как бы падаем на стол. Вас должно вперед тянуть. Нет, не, вы сейчас опять вот так наклонитесь. Вот, наклон. Вот смотрите, встаете просто и наклончик вот спокойно вперед. Раз, в поясницу. Вот, и согнуть ноги. Вот позиция. Вот, и расслабиться. И еще легче рука. И предплечье расслабить. То есть движение будет вот у нас. Раз, раз. Вот. Вот, и спокойно. Легче, еще легче, еще легче. Расслабить кисть. Чем кисть легче, тем будет лучше крутиться мяч. Еще легче. Вот, и нет. Сейчас получается, смотрите, у вас рука разболтана и доигрывает предплечье. То есть нам надо чуть-чуть запустить именно вокруг локтя чуть-чуть. Раз, вот, плечо вокруг крутится. Раз, запускаем плечо, оп, и чуть-чуть кисть. Нет, она прям слишком разболтана. Раз, легче. На мяче именно акцент. Нет, вы его выпуливаете, именно акцент. Куда она в бок уходит? Чуть вперед, сюда. Нет, это жестко, дольше, вот, протягиваем мяч, вот. Вот, несем его как бы, вот, видите? Тащим. Вот, еще несем. Вот, чуть вперед, да, то есть вот. Нет, это прям жесткий вылет, еще плавнее чуть. Вот, и вперед. Туда. Вот, и проносим. Сейчас посмотрим, что. Так, давайте сейчас чуть-чуть получимся расслабляться. То есть у вас вот рука прям вот так вот вылетает. То есть нам надо, чтобы она научилась именно вот легко двигаться, да? Вот раз, раз, чтобы все плавненько было. Без каких-то зажимов, рваных движений. Но при этом она не болтается, да. То есть у вас как бы раз, и в конце вы чуть-чуть большой указательный палец чуть-чуть как бы поджимаете, да, фиксируете, но прям совсем чуть-чуть. Не вот так вот, вот, а именно легко. Раз. Два, чтобы было естественное движение. Жестко вы всегда научитесь играть. Надо научиться вначале владеть мячом. То есть вот спокойненько. Сейчас что делаем? Вот берем руку, потрясли, сделали пару ударов, да? Раз, два, три. Еще потрясли. И вот прям старайтесь, чтобы она максимально вот такая вот кисельная была, чтобы она плавала по столу. Замах, короче, кистью не надо. И вы опять боком развернулись. Вот. А руку потрясти сейчас. То есть вот, ракетку достали. Еще расслабляйтесь. Хороший, нехороший, надо прочувствовать это все. Вот, снова пробуем. Вот, и вот каждый раз расслабляем. То есть вы должны прям почувствовать, какая у вас ракетка тяжелая. Вот еще легче. Без резкости. Плавно прям. Вот, уже более-менее, еще легче. Раз, то есть прям. Нет, это жесткая рука еще. Жестко, еще легче. Еще. Прям вообще максимально расслабить. Еще. Нет, это куда вы рванули? Спокойно, без ускорений. Раз, еще легче. Вот, трицепс расслабить, да. Вот, давайте, да. Вот сейчас мы поймаем энергию, спокойно. Оп, вот, еще легче.
максимально тонко можно. Да, тоненько. Сейчас мы учимся тонко играть. То есть нам надо научиться вначале его легко обрабатывать, а потом мы научимся сжать в мяч. Во! Вот сейчас получилось. Слышали звук? Вот. Только не болтать так сильно кистью. То есть останавливать ее, да, в конце. Вот. Вот сейчас посвободнее. Почувствовали немножко? Не выворачивай, чуть короче замах, наоборот. Раз. Важно не сколько вы назад сыграете, важно сколько вы сыграете вперед. То есть можно вот так вот вывернуть и вот так попасть по мячу, да? От этого мяч сильнее не полетит. Но если вы отсюда сыграете сюда, видите, мяч как ускоряется? Вот именно важен импульс вот сюда, не вот сюда, а вперед. Вот именно просто, не резко, просто сейчас задача просто протянуть. Вот, да. Вот, видите, раскрытие пошло. Да, вот сейчас абсолютно другое качество. Вот, все, можно сейчас без расслабления, вы само движение поняли немного. Вот. Нет, опять жестить начинаете, легче. Вот расслабляемся с каждым ударом, да. Вот, раскрывать чуть короче замах и на мяч. Вот, и больше в мяч. Больше вперед, чем назад. Вот, сквозь мяч, только мягче контакт. Вот, да. Легче, то есть мячик должен вжаться в накладочку. Вот. Вот, вот это уже интереснее. Звучок другой сразу же. Слышите? Вот это обработка. Вот прям великолепно, да. Вот это обработка. Хорошо. Вот, закрепляем. Вот сейчас вы играете с мячом, вы его не просто калашматите, а именно прорабатываете. Так, сейчас я вам подаю плоскую подачу. А вы сейчас вот как раз таки, да, вот, да, сразу стоите, то есть ждете мяча. А чтобы усилить иногда скидку слева, можно повернуться вот так вот. Но в момент удара вы должны как бы повернуться на мяч. Раз, это можно сделать. Но в данной конкретной ситуации мы сейчас с вами просто учимся именно базовый вариант сделать, то есть раз и спокойно проработать его. Поехали. То есть раз, чуть локоть к себе, да. И вперед, разгибаем предплечье, да. И полегче, расслабиться. Вот, еще плавнее, да, еще мягче, и вперед ведем. Еще мягче. Не, вы прям пытаетесь какую-то туда силу включить. Не надо. Вот смотрите, вот как у нас работает сустав, да? То есть плечевой сустав у нас работает либо вот так, да, ну, либо в сторону. А наша задача его прокрутить вокруг. То есть все удары слева играются вокруг локтя. То есть у нас получается вот супинация, пронация плеча. Дальше, вот оно дает нам стартовую вот скорость для вращения, ускорения. Вот, предплечье нам дает немножко толчковое движение вперед. Кисть дает именно зацеп, то есть мы даем ускорение, вталкиваем и крутим одновременно практически. То есть у нас получается, вот мы завернули, чтобы дать ускорение, да, создать рычаг. Начинаем поворачивать, в этот момент чуть-чуть давим предплечьем и прорабатываем кистью. И это все должно быть легко, то есть все должно быть плавненько. То есть вы встали, раз и раскрылись. Вот помягче, да. Вот, если вы хотите, допустим, сыграть чуть больше, зацепить, больше ускорения дать, надо просто чуть быстрее повернуть плечо, не кистью резче сыграть, а плечо чуть быстрее повернуть, да, и мяч полетит. При этом не напрягаться. Еще легче. А кисть, наоборот, расслабить, да, чтобы мячик мог сжаться. Вот. Не-не-не, вы сейчас чисто толчок пытаетесь вот так вот сделать. Нам надо поворот сделать, поворот. Не-не-не. Вы сейчас стоите толкать. Вот смотрите, как отыгрывается. То есть вы выходите,
Вот. А почему локоть выдвигается? Зачем вообще, может, когда, типа, можно так сыграть? Локоть создает как раз-таки нам пространство для удара. То есть мы локоть выдвинули вперед для того, чтобы у нас появилось место для рычага, чтобы нам был поворот. И мы, когда выходим, мы должны рычажочек запустить, а потом раскрыться. Раз. Раз, чтобы у нас было пространство для ускорения. Если вы выходите вот так, что вы здесь будете ускорять? Ничего вы не ускорите. Ну, кистью пихнете мяч и все. Мы же с вами хотим хорошо сыграть. То есть вот прям выходим и сразу же руку на себя. Сразу же руку на себя, да. То есть раз, вот, и раскрылись, да. Раз, и ждем. Спокойно, раз, и раскрылись, вот, раз, и раскрылись. Вот, видите, и чистое движение получается. Раз, опять нету натяжения, вот, сразу, вот. Вот, а здесь поглубже, да, здесь, то есть здесь ныряем вот так вот с корпусом. Оп. Вот, и раскрываем. Раз, и раскрылись, да. Не падать назад до окончания. Вперед, тянем себя. Вот, и вперед кисточку. Вот, хорошо. Сразу же наклон. Не-не-не, вот вы пошли на короткий, вы не должны... Не вот так вот сесть на него. То есть вы пошли, вы уже сразу подныриваете под мяч. То есть раз, вот, все. То есть чтобы вы его видели, да. Видите, и сразу легче становится попадать. Вот, вот это уже получше. Все, наклон сразу же наклон. То есть вот мяч отскочил у меня, сразу же наклонились и пошли на мяч. Раз, вот, да, и раскрылись. Не должно создаваться перенапряжение. Легче, легче распускать руку, как на топсе. Нет. Ну... Вот, да, вот сейчас было хорошо. Раз, да, вот она, ваша позиция, да. Раз, все. Не, ноги, ноги. А? Да, если зажать, все, будут ошибки часто. Не-не, вы зачем вот там мяч летит и прыгаете потом вниз, садитесь? Нет, сразу шаг на него. Вот вы уже из-под стола выходите, не над столом садитесь, да, как бы изнутри, вот, ныряем под него, да. То есть сразу нырочек, раз и вперед сыграли. Раз и раскрываемся. А замах-то где? Нам же надо еще замах, рычаг добавить, да. Раз и рычаг. Вот, браво. О, сейчас смотрите, что сделаем. То есть мы с вами берем колесико. Берем левую ручку, делаем шаг вперед, как будто у нас тут мячик. И как раз-таки вот учимся вот нарабатывать вот это движение. То есть раз в этой позиции, раз, то есть вот так вот, левшие, ну, правшие, правая нога вперед. Раз, раз, то есть вот вначале вот так вот поработаем, да, а потом чуть-чуть поделаем это с шагом. То есть вот встали, рычажок, кисть, направление, замах, все, вот это все фиксируем. Универсальный аппарат. О, да, встать. Все, стараемся. И вы опять в силу уходите. Вставайте, кстати, ничего с накладкой не будет, оно поролоновое. Все, встаем спокойненько. Вот, и... Да куда, куда, куда? Нам же надо... Нам надо локоть, нам надо ось поймать. Раз, да. Не чистая кисть, а как имитация под топ-спин, да. То есть работает вот именно поворот. Оп, оп, оп. Тихо, кисть не уводить. Вот, именно кисть вот туда идет. Да, раз, не выбалтывает, то есть она вот сейчас вот так уходит, а вам надо вот туда. Только не жестко, вот, да, вот, легкое движение. Вот. Вот. Все, теперь давайте попробуем с шагом. Колесо, мы выполняем удар, да. Шаг вперед и удар. Раз, вернулись. Только, ну, кто ж так это? Вы же на счет не так играете. Вот.
с игровой позиции. Вы сейчас знаете, как стоите? Раз, два. Вот, игровая позиция, да, раз, сразу же вот это вот, чтобы вы научились нырять. То есть раз, сыграли, вернулись, да? Раз, сыграли, вернулись. То есть каждый раз выход через вот эту позицию. Да-да-да-да-да, вот именно так, да, раз и вернулись. И не выпрямляемся ни на секунду. Хорошо, только жестко играете, мягче, 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 кисточка. Вот, легче, 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 легче. Вот, хорошо. То есть это скидка слева, тот же самый топ-спин, можно сказать, слева, только со стола. Вот, супер. То есть мы сейчас с вами делаем один удар по колесу, да? Выходим, так, вот вышли, да? Так, правая рука. Вот, мы вышли, раз, сыграли, да? Раз, сыграли. Сейчас вы делаете один удар по колесу, а второй я бросаю мячик. И вы делаете, то есть по колесу, а второй по мячу. Готовы? Вот, вышли по колесу, оп, и по мячу. Хорошо, по колесу, вот, по мячу. Вот. И чуть больше вокруг локтя играем. Раз. Вот, 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 получилось зацепиться. Раз. Вот. Не-не-не-не-не, вот именно вокруг локтя ускорение, а? А вы сейчас опять пытаетесь вот здесь найти ускорение, вот кистью вот так найти. Нет, вот, вышли, вот, вот оно, вот здесь, да. Именно за счет вот этого поворота дается ускорение. Не за счет вот этого, а за счет вот этого. Ну, встаньте, встаньте быстрее. Раз. И встали. Вот, и раскрылись, раскрылись вокруг локтя, да. Раз. Не доработали вперед. То есть еще смотрите, какой момент. Надо же не просто сыграть слева, вы пытаетесь, смотрите, как играть. Почему не получается силу? Вы когда начинаете удар и одновременно пытаетесь отойти. Нет, надо четко закончить, а потом уже выйти. То есть если вы пошли, все, вы должны доиграть мяч. А не делать вот движение раз и пытаться одновременно назад отпрыгнуть. То есть силу надо донести в ударе. Раз. Вот, абсолютно другой удар. Раз. Вот, видите разница какая? Вот в этом и идея. То есть вы когда делаете удар, он должен быть всегда закончен. Все, видите, сразу мяч хорошо летит на стол. Все, то же самое на скидку слева по плоскому мячу. Скидка слева по плоскому мячу. Давай, поехали. Раз, и доиграть, доиграть. Именно донести. Вот, да, доработали. Нет, опять вы начинаете шагать, мяч упал, вы начинаете к нему наклоняться. Вы уже должны подойти на этой высоте к мячу. То есть раз, вот. Вот, и вперед, да, донести. Сейчас просто вы подходите и вот так вот подбиваете его, завращать, то есть вокруг плеча. Раз, два. Вот, хорошо. Вперед. Где, 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 где работа-то? Вот. Пронести, пронести мяч. Вот, дождаться еще раз. Не-не-не-не, смотрите. А почему не получается иногда, да? То есть вы пытаетесь мячик вот здесь сыграть, да? Где здесь рычаг включить? Нигде не включить. А мячик докуда летит? Он сюда залетает. И вот вы как раз-таки вот сюда должны его запустить, чуть-чуть за локоть и сыграть. Тогда у вас получится вращение. Если вы играете вот здесь, то ничего не получится.
То есть не получится того объема. Поехали. То есть раз, заждать. Вот. И все, и мяч сразу пошел. Да, вот видите, раз. Вот, чуть-чуть поджидаем. Нет, опять садитесь. Вот, да, вот сейчас чисто. Так, только не надо руку под себя, под вам мой. То есть вы как бы локоть вперед чуть-чуть выводите для этого, да. То есть локоть чуть вылезает. Раз. Вот, и вперед, да. И раскрыли. Вот, неплохо. Порежь, порежь. Опять отшагивайте ножа. Вперед, вперед, вперед. На мяч. Доработать, еще доработать. Еще раскрыть вперед движение. Еще раскрыть, вперед. Вот. Пронести давление. Хорошо. Вот, отлично. Нет, сразу сесть. Опять. Ну, вы встаете и подсадитесь. Встаете, садитесь. Сели. Вас наклонились, сыграли, да. Наклонились. Сыграли. Раскрыть руку. Опять кисть куда идет? Вперед, кисть. Кисть вперед. Давайте попьем, что-то вы развалились. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал, на YouTube-канал и пишите в комментариях, какие проблемы у вас возникают при выполнении скидки слева. С вами был Иван Толмачев. До встречи.